Доброе утро. Мы проснулись, мама моется. Я, наверное, мыть голову не буду, потому что она, в принципе, нормальная. И сегодня мы идем загорать на пляж. И идем на субботний рынок, ну так, по магазинам, посмотрим, что тут есть вообще. То есть сегодня мы никуда не едем. Поэтому, если вам интересно еще смотреть, как проходят мои дни в Испании, то поехали. Мама моется, я сейчас взяла фотик, хочу снять видео, что мы вчера купили для видео о покупочках. Так что так. Я, кстати, стала высыпаться, а еще мне тут снятся сны. Это очень странно. Еще у меня нос обгорел, пипец. Ну и ладно. Завтрак стал больше похож на завтрак. Вместе с сырком. Ждем яйки. Мам, кушать что-то. А еще вид классный. Вот там. Сняла с видео наши покупки с мамой и теперь снимаю видео завтрак такой. Все просто. Творческая обстановка. Ням-ням. Люди идут на пляж, мы идем на рынок. Находится почти в другом городе, но тут все близко. Погода прекрасная. Порт-Вентура, но мы упустили гида. Это травма. Песня крутая играет, я думаю, вы не слышите. Marvin Five. Animals. Как кто мы жаримся? Как курица гриль. На солнце. Я курица гриль, а ты цыпленок табака. Цыпленок табака я. Know you.
как вы купались? Мы купались, мы позагорали и идем. Вот время 13:30. И я использовала одну карту памяти для фоток. У меня еще 3. Еще я взяла с собой компьютер, чтобы, если что, перекинуть. Но мне кажется, он мне не понадобится. И я буду просто редактировать видео, когда буду лететь домой. Консервированная. То есть не полезно? Мы поели и снова идем на пляж. У нас такой день расслабон. Отдыхаем. Короче, мы едем в Порт-Авентуру. Завтра... Да, завтра, что-то я туплю. А сейчас мы идем на улицы. Ищем тойку. Это остановка, где на завтра заберет автобус. Заказали пикник только что на 8 утра. А еще у меня очень сильно выгорели волосы. Такая странная штука. Когда ты хочешь, чтобы они у тебя были белые, когда в прошлом году я хотела, они нифига не были белыми. Сейчас я хочу, чтобы они стали темными, а они стали белыми. Что не так вообще? Фигня какая-то. На улице тепло. Через полтора часа пойдем на ужин. Даже меньше, чем через полтора. Ходим с мамой по магазам, берем помидоры. Ма, покажи помидор. Сейчас выберу самый красивый. Покажи его. Я еще не выбрала, подожди. Они такие странные. Маленький будет, наверное. Да. Мы пришли на ужин, у меня тут салат с яйками и... Там, короче, рыбы и овощи. И чай. Такие пироги. Сегодня заехали немцы, их очень много, поэтому очень много народу. Я думаю, потому что сегодня выходные.